И снова всем бонжу! С вами Марина, вы находитесь на канале FIFA by Girl. И сегодня жеребьевка восьмого тура Кубка Фиферов. Как далеко мы забрались с вами. Они все участники молодцы, кто выбыл, кто остался. Всем респект! Всем заходим на канал и ставим лайки. А теперь узнаем, на кого же попал Антон Клёнов, за которого я... Единственный, за которого уже я болею на этом турнире. Ну, я, собственно, и говорила, что, возможно, он и выиграет этот турнир. Кто знает? Здорово, народ! Сегодня у нас самое важное жребьевка. Я убыстрю, с вашего позволения. Так, Гуркин и... Ставр. Так, скорость, все, погнали. Жеребьевка плей-офф, и с этим мне помогут герои, швейцарки. Да, вышли напрямую. Йоу, всем привет. И Леха Гуркин! Боже, галера. Но сначала хотелось бы рассказать вам о своих друзьях с компании Free Match, где вы можете... Интересно. Ой, быстро-то. Сегодня мы всех 16 игроков плей-офф будем распределять по сетке. Сейчас, наверное, она уже перед вашими глазами. Или что сказать? Что вы делали вот во время перерыва? Вот сюда вот я встану. Лёх, давай ты начнёшь. А, я начну? Да, давай. Сколько матчей? Ну, меня подтвердило, я приболел немножко к последнему туру. Я очень хотел отыграть и потом отдохнуть, восстановиться силами ментально, потому что тоже это... Я не знаю, как пацаны целый год вы снимаете фифу постоянно. Это, ну, мне кажется, ментально ты устаешь от этого. А здесь как раз грамотно перерывчик сил поднабрался. Смотря с кем играть, если с ботами, то норм. Слушай, я отдыхал сначала, ну, и плюс но вот уже ближе к последним турам, там, к шестому, седьмому, футбол, я снова душой. Начал выигрывать. Я как раз-таки очень боялся... Именно киберфутбол. То, что Гуркин реальный футбол любит, это факт. Взять форму. Ну, я буду честен, я прям поддерживал ее в первом диве, там покатывал в элочке чуть-чуть. Так что я чтобы вы понимали, просто... если Костя в первом диве, я все время в четвертом диве. Чтобы вопросов не было. Это Леха, его эти рассказы. Давайте ему дадим сразу сборную легенд FIFA. Давайте ему Оскар дадим сразу же. Прайм икон всех соберем. Вообще, да, в три раза джойстик сел. Ничего, давайте распределяться. Сначала начнем с 4-0. Ребята, сейчас во время жеребьевки очень полезная информация. В первую очередь, для участников Кубка Фиферов. Теперь у нас есть призовые места. Представьте себе. Так. Вот эта история. В июле, еще до Кубка Фиферов, у моей семьи завернулся компьютер. Надо было срочно оформить новенький. И с этим мне помог интернет-магазин Рекорд. Ясно. Брал таких. Платная. Какие же нам призы подготовили Регард и Western Digital? Вау! Какие призы? У меня таких ништяков на самом деле очень и очень много. Их целых 8 штук. То есть топ-8 Кубка Фиферов получают такие ништяки. Что же это такое? Это внешние жесткие диски на 4 терабайта. Линейка VD Black — это бренд для геймеров. В первую очередь. Все накопители линейки VD Black имеют всякие специальные ништяки. Для геймеров. Это прикольно. Заодно и реклама. Победителям, опять же, топ-8 Кубка. Вот, а потом поедут к Sixeter, заберут у нее. Два красавчика. Ребята, Костян, давай кубок каскаем себя. Да, без проблем. Хотя, так, возможно, это не Лига Чемпионовский, и он стоит у каждого на память. Я почему-то думала, что его забирает от одного к другому. Ну, я давай буду тяготеть все-таки подальше от Адидаса и поближе к эмблеме клуба. Поэтому вот. Да, правый. Ага, подальше от Адидаса, поближе к эмблеме. Стало, молодец. Сейчас узнаем. И у нас Клён. Ага, вот он, потенциальный победитель. Да, ну Клён со сборной Австрии. Со слабой, кстати, сборной. Это уже история, это уже история. Ну и давайте сразу распределять. Интересно. Терпеть. Кто-то у нас сегодня дублем записывается. Скорее всего, у нас все запишется. Теперь я даже принесу. Да ладно, Серёг, не перебивай. Ты реально прям не будешь подвязать это? Слушай, знаешь, что люди не верят в то, что... Честно, мне кажется, они рофлят все среди. Гости все разные, всегда. То есть они, получается, и вам не доверяют. Ты всех заставляешь брать. Да-да-да-да, пол комьюнити получается. Так, вот такая пара. Ой, еще пара у нас нет. Давай пока что 4-0. Теперь, Лёха, давай твою корзину заберем. 4-1, там есть... Здесь, кстати, интересные кандидаты. И меня очень честно удивило, все там... Костян отметит, я тоже отмечу Костян. Меня еще Мосс удивит. Насколько же вот он в порядке с дивана всех пирамид. Здесь, кстати, сейчас кто вторым, кого мы вторым выберем, он попадает на 4-2. Неудачники, да? Все остальные 4-1, они попадают в 4-1. Короче, кто-то и пугает, давай. Ну давай, пошебуши мальца. А? Пошебуши мальца. Еще пошебуши, давай. Ну да, суету чуть-чуть наведи там, да, всех раскидай. Как почувствуешь, что хватит, все, бери паузу. Все, взял паузу. Взял паузу. И вот смотри, бери руку свою, да, почеши нос обязательно. Нос. Чуть-чуть, все. И вот посредине шар, посредине. Да, абсолютно верно. Так, он летит в сетку Клёну. Так, кто же? Опа, супер, я уже кидал в одной сетке. О, боже, 4-1 в одной сетке.
Как все нравится. Это вероятно, их встреча. Уже страшно стало. Полуфинале. Погоди, здесь Лёха. Киберов в курсе, да, здесь такая прям, ну. С другой стороны, прикинь, через такую сетку пройти. Ну это прям вообще можно... Ну это да. И проиграть в финале мне. Конечно, за определенную мощность. Так. Или кому-то. Ну давай по очереди, наверное. Давай, Кость, давай. Как считаете? Константин, полностью доверяю вам. Давайте на сей раз тоже надо немножко помешать, конечно, чуть-чуть. Я не видел там, что происходило, меня отвлекли. Я не поведусь на такое. И вот... Давай вот который снова справа, снова ближе к эмблеме Манчестер Юнайтед. Будем уважать красных дьяволов. Ну что, я сейчас бас туда легко зафиг. Ну это жарочный шкаф. Вот эта позиция, это просто жарочный шкаф. Гуркин! Да, я вижу. Я жарочный вижу шкаф, я только сказал это слово. И... Алексей ну, Гуркин! Алексей Гуркин попадает у нас уже, можно так сказать, в сетку с кибер... Ну пока что он так выглядит. В сетку с киберами, да. Можем сыграть. Гуркин только если в финале. Мужик, ну у меня потенциально прям, ну, если еще на 4-2 какого-то зверюгу закинуть, то там просто, да, что не матч, то... Я знаю, что вот я 4-3, я хочу вот в правую сетку попасть. Ой, это как ты так выбрал? А вот не знаю. Давай. Удивительно. С другой стороны, я уже не знаю до финала как минимум с Мозом. А этот парень спокойно может дойти до финала, мне кажется. Поэтому, ну давайте не... опять, почеши, пожалуйста, левую бровь свою. Саш, бля, я почесал, давай, уже задерживай. Правый тоже шарик. Вот это, да, абсолютно верно. Антон, Стас, Моз и Танц. Кстати, они, получается, идут в одну сетке. Это, получается, как раз Моз. ФИФА. И, получается, следующий сразу же у нас это... Станос с Испанией. Вот, кстати, они оба вверх, да, летят? По факту, там еще... По факту, слева, конечно, Нуклеон, Ёжик, сильный соперник. Лайтово. Но по составам сборных, справа, конечно, ну просто какие-то... Ну да. Дания, Испания, Германия. А в этой FIFA карточке много решают. А Бразилия? И теперь мы переходим к следующей, точнее, картине 4-2. Вот здесь сейчас вообще жаришка будет полная. Вот теперь начинается. У нас сейчас определится три пары. Да, три пары, 4-2 на 4-2, две пары и 4-2 против. Блин, 4-0, Клён. Он единственный никому не проиграл. Круто будет, если он сразу вылетит, но я болею за Клёна. Давай, Антон. Так, ну опять, пошебуши чуть-чуть, суету надо навести. Давай, давай. Ты у меня чуть-чуть завис. А, нет, все нормально. Хорош, Серега, отдохни, а то устанешь. Опа, смотри, давайте так, кто не с нами, тот под нами, поэтому верхние шарики ближе к твоему рту и вот самый левый. Да, да, все это вернемся. Первый 4-2, это у нас Дима фаворит. Охуеть, на самом деле, какая у нас. Блин, ну они всех... Ребята умеют ноги нажимать. Серьезных типов выбрали сюда. У Димки там подкрепление. Хотя там и Ставр бы тоже смотрелся неплохо. И сейчас 8. Ты можешь пандоса закинуть. Дима фаворит. Блин, я или могу или Пандос, или Фарлан, это тоже не хочется. Пандос и фаворит, это будет. Это будет. Окей, давай попробуем найти кого-то из этих двоих. Шанс в целом достаточно большой. Леген. Так. Ну давай вот я. Давай сейчас Фарлан. Все, пора. Ладно, я смотрю на один мячик. Серега, не спой, Костян, не слушай его, тяни по интуиции. Давай нижний, по центру. Да, давай его попробуем. Ну что, ребята, первая пара у нас. И это, я не смотрю. Фарлан! Да ну нахуй! Серьезно? Тащи! Ну хорошо, что не панда. Блять, это просто. Ой, какая же постанова, блять, ребята, вообще не паните. Я еще и правую сетку себя дойду там, ну вы меня найдете. Фаворит Фарлан, охуеть. Они не играли, да, еще? Так там потом есть, ну походишь, там Клён уже ждет. А я потом Ёжик. Ну, может быть. Давай так. Ребята, не забывайте, между прочим, да. Лёх, что ты это? Как все, нормально? Слушай, а что там, кто остался? Три персонажа, там все смотри, хороши. Пандос, Андрюха. Это был жесткий матч. Белка еще. Андрюха. И еще кто? Сипскана? Нет. Тоже Андрюха? Не-не-не. Сипскана нет. Точно идите. А ну давай пошебурши, давай депутата уйти. Давай, чуть-чуть суету опять. Все. Пауза. Ну вот, может, его... Так, треугольник, масонский знак. Давайте о нем... Вот прям хочется левый нижний, Сереж, ближе. Вот к Адидасу, да. Хорошо. Вот сейчас будет шоу, понимаешь? Вот что бы там ни было, это будет шоу. А, вот кого мы забыли, Руха! Опа! Как вы могли забыть Руху? Ну, спасибо, что Руха не попал на ёжика. Я бы Евро 2020, получается. Одна сетка убийственная, а другая такая, типа. Ну, слева Лига Чемпионов, справа Лига Конференции. У нас осталось два шарика, ну, я уже буду сразу. Болею, я даже не знаю, Руха Гуркин, за Руху буду переживать. Ну, удачи всем. Белка Кэп. Да, Андрей, Белов и Щелковский, да? То есть, в теории, получается, я могу попасть на Андрюку снова в четвертьфинале. И в теории можешь вылететь сразу просто. Ну, это понятно. Но у тебя, кстати, тоже соперник в подарок. Я бы, кстати, отметил, что вот до жеребьевки я почему-то думал, что хорошие шансы на победу в турнире у Рухи. И мне кажется, никто вообще на него не ставит. То есть, он такая темная лошадка, но он хорошо играет. И вполне вероятно, он выиграет этот турнир. Но с такой, конечно... Все знают, что Руха силен. Он же всякие другие турики там забирает постоянно. И последнее у нас получается. Белка-панда. Давай, Андрей. Блять, пиздец. Пандос.
Ну надо, 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 Сереж, надо где-то. Ой, давай Клёнов против Кефира. Ну отлично. Или, а что? Ты понимаешь, если ты пройдешь эту левую сетку, ты будешь герой, ты прошел. Ёжик против Кефира. Слушай, если ты на мозг хочешь попасть. Вот. Слушай, погоди, я хочу сказать про то, что там герой и так далее. У меня швейцарка была ебанутая. А может быть моз фифа? Ладно. Короче, ну, давайте. Волос седых я пока не вижу у тебя, Серёг. Кто? Еще рановато. Кто первый хочет? Ну давай так же по классике я начну. Крутить, не крутить. А вот давай не стоит. Давай не стоит и вытяни, пожалуйста, вот правый верхний угол. Да, все это верно. И там и Клёнов очень, да? Там хорошая позиция. Там прям хорошая Клёнов позиция. Клёнов пара достают. Пожалуйста, потом, конечно, стрёмно, это. Стрёмно. Пожалуйста. Пожалуйста. Да нормально. Отлегло. Я думаю, что они уже пока Сибскана. Сиба навязал борьбу в целом. Это первый реванш у нас, да, в этом кубке? Да, 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 да. Они не пересекают. Все остальные пары у нас первый раз показывают. Блять, 25% риск за то, чтобы я попал в эту сетку. Давай на ёжика. Зачем? Так, окей. Костя, вот Лёха не подвёл. Вот, Серёж, у меня тут есть личные интересы. Тут как бы... Я готов тебя вытащить к Мозу, там, к Станусу. Да, 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 давай туда. Туда нормально. Ну там Лёха уже будет решать еще. Так, хорошо, давай. Давай попробуем. Попробуем. Сам вершу свою судьбу в том числе. Ну что, давай попробуем взять сейчас. Надо почувствовать. Давай, давай пойму, что к ёжику или кому пойдет. А, из 4-3 там, да? Пожалуйста, пожалуйста, я. Так, вы можете, наверное, как-то это разглядеть? Ну там все 4-3. Рано или поздно нас всех ждет. Welcome to the club, buddy. Welcome to the club. Да ну! А, они выбирали пару ёжиков. Я себе сделал жеребьёвку, всё, я могу... Пиздец нахуй! Блин, Серёж, прости, пожалуйста, правда. Давай к нам залетай, Серёж. Пиздец. Опа, народ. Ребят, я могу сразу заявить, что... Это постанова была, и мы перезаписываем. Такого, ну, вот с правой сетки это уже будет неожиданный финалист. Уже 100%. То есть никто... Ну, мы слева собрали всех. Сибскана. Пиздец. Гуртина, там все. Спасибо, Костя, блядь! Серёж, спасибо. Прости. Ничего личного, это бизнес. Серёг, давай сыграем в 1-4 сразу. Давай, да, да, да. Всё. Поехали. А, сейчас я же тяну. Мозу. Моз, ну тебе надо хорошего вытащить, да? Оппонента. Тут уже плохо. Вот опять левый, левый прям тянет. Интуиция. Хороший будет матч. Там же еще есть Мбаппе, нет? Хороший. Ну, по-моему, прошел. Блин. О, про кого забыли. Моз Акул. Ох, вот это пара. Да, я просто уже уверен. Поставлю здесь на то, что Моз выиграет. Осталось Гутия у нас и еще кто-то. Мбаппе. Мбаппе. Да, Гутия, Мбаппе. Ну, о, давай, сейчас, да, сейчас один решается. Выбирай, выбирай. Ну, я выбираю для Стануса, да, получается, сейчас? Давай Станусу Мбаппе. Оставлю Гутию. Возьмем левый. Нет, нет, другой, другой. Да, 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 да. Это правый. Все? Здрасте, пожалуйста. Все. Который легендарно сделал 4-3. Да. Вот Макс набрал сейчас. Он набрал и держит. Скорость хорошая. Что за сетка? Ну это круто, я считаю, доволен, то, что получилось, это... да, да. До 4-0 взяли 4-3. Это прикол, конечно. Ну, в принципе, тут все как бы логично. То, что вот меня немножко удивляет, что для 4-0 4-3, может, 4-1 надо было взять все-таки. Они примерно равны, нет? Окей, виднее. Ну что, Клён Сибскана, думаю, победа Клёна со счетом 3-1. Фаворит Фарлан. Победа Фарлана. 2-0. Ёжик Кефир. Ну, поставлю на победу ёжика. Так неожиданно. 3-2. Руха Гуркин. 1-1 и по пенальти Руха пройдет. Моз Фифа Акул. 2-1. Победа Моза Стану. Бейб Станус. Хотелось бы, чтобы Станус выиграл. И я думаю, 0-3 Станус выиграет. Белка Панда. Хотелось бы, чтобы прошел Панда. Один из Андреев. 1-4 поставлен победу Панды. Гудмакс Ставр. К сожалению, думаю, здесь Ставр пройдет Гудмакса. Как бы у Гудмакса обстоятельства не складывались до этого, что он вышел. Но я думаю, тут Ставр сильнейший соперник. 1-3 проиграет Гудмакс. Вот так. Я, мужик, я еще думал, но буду болеть за Гудмакс. Хотел бы попроще соперника, либо сложнее. Здесь, конечно, попроще нет, но вот слева прям, ну, что не матч, то супер вывеска. Ну, конечно, ребята вытащили. Тоже, слушай, я вот смотрю на все пары, и все пары пипец интересные, если честно. И, да, мы можем посмотреть в вакууме, там, именно на половину сетки, там, потому что она жесткая слева, действительно. Но вообще весь плей-офф будет огромный, мне кажется, вообще весь. Да. Вот такие персонажи, что... Кефир думает, как же ему обыгрывать ёжика. Нет, слушай, я честно смотрел он раньше. Он его проходил, по-моему, вот в том сезоне. Раньше смотрел, мне бывали мыслишки, но пару раз они могут паузу взять. Пацаны, я вот свой слово даю вообще все с первого раза. Это жестко. Саня сейчас будет перед вашими глазами. Серёж, я не понял, ты как будто уже проиграл до матча. Не, я... Так, у нас какое? 20...
А, в воскресенье уже будут. И в понедельник. То, что я не смогу ничего посмотреть, потому что буду в отъезде. Ну, приеду, запишу. Что ж теперь? Ладно, ребят. Болеем за своих, как говорится. Будем надеяться, что пройдут. Что пусть победит сильнейший. И пусть победит тот, кому улыбнется удача на этом Кубке Фиферов. А вы болейте за своих обязательно. Пишите, какие пары вы думаете, как сыграет. Заходите на канал, ко всем поддерживайте их. Своих кумиров. Кибер-кумиров. А мы с вами прощаемся когда-нибудь. До увидимся!